Итак, привет, друзья! Вы находитесь на канале Китай в топе. У нас очередной такой пакованчик прошел из Китая, как видно, уже с китайским воздухом. Такой пакетик. Здесь у нас, как видно, уже с описания видеорегистратор по типу Xiaomi. Ну, это как бы другой бренд использует прошивку Xiaomi, а сам по себе тоже там наподобие Xiaomi бренд называется, как там тоже Xiaomi как-то. Будет в описании, посмотрите, как он называется именно. Ну, упаковочка зачетная, продавцу за это спасибо, шла посылка довольно-таки долго, больше месяца шла. Кстати, ее реальная стоимость была порядком $50, но продавец указал ее как 12,79. Сэкономил продавец на всяких различных платежах и всем остальном. Но, не знаю, главное, что хорошая упаковка. Так. Кинжал убираем, это мы убираем. Здесь у нас, вот она, вот такой пузырь, где-где-где-где. Где вход, где выход. Ага, это не вход, это не вход. Раз, здесь нас встречает присоска. Вот такая присоска для крепления к этому самому видеорегистратору. Такая вот она, какой-то с липкой ленточкой. Сам подарочный упакованчик UI. Моделька Dashcam называется UI. Так, что у нас здесь? Так, снимем вот эту ленточку. Официальную ленточку перерезать не будем, но просто ее снимем. Так. И что у нас здесь? Ну, фокус. Фокус есть. То есть показывает 2,7 дисплей, 2,7 дюйма. 2017-09 сделан. Так, здесь у нас поддерживаемые оськи Android или iOS также поддерживаю. Питание 5 вольт микро USB поддержка. Разрешение 920 на 240. Непонятно, что-то за чего это. Ага. И вот еще вот дополнительные параметры: съемка Full HD 30 кадров, либо же 30 кадров в Full HD и при 60 FPS. То есть есть такая фишка. Так. Эй, открывайся. Открывайся. Итак, тут нас встречает, друзья. Вот такая у нас камера встречает. Мы ее аккуратно вытягиваем. Здесь у нас транспортировочная пленочка. Пока снимать ее не будем. Вот она есть у нас. Здесь у нас как раз, по всей видимости, вот этот разъемчик, который вставляется и защелкивается. Так, дальше. Посмотрим. Это мы отложим пока сюда на пузыречке, чтобы нам не мешало. Здесь у нас в комплектности. Так, проверяем. Макулатура. Макулатуру мы, естественно, на китайском читать не будем. Мы не дураки. У нас есть приложение. Я заранее скачал на другой телефон приложеньку. То есть тут что-то UI. Вот, кстати, вот название бренда этого Xiaomi UI, как-то так. Типа, что не Xiaomi, а похожее. Тоже под брендом UI делает. Здесь у нас что? Здесь у нас шнурочек питания. Ну, довольно-таки неплохой. По идее, должно хватить его по длине для крепления в автомобиле. Здесь у нас тоже крепление на двухстороннем скотче. То есть, если вы захотите, вы можете пролепить. Но, опять же, так как у нас в Украине бывает летом жарко, просто этот скотч отваливается. Просто нафиг отваливается. Это и есть. Дальше. Что у нас тут встречает? Ага, и вот у нас еще дополнительно встречает. Вот такой. Ух ты, ё-моё. Крутая зарядочность. Я смотрел, вообще были тут модели у всех в основном. Фокус. Фокус мне. Сделал мне фокус. Есть, видите? Такие вот железные штучки, не просто как металлические пластинки, вот вместо вот этих цельных частей, есть как
Просто кусочек проволочки торчит и все. И тут пыптик. Уже под новый формат зарядников автомобильных идет, коротенькая. Ну, проверять уже я буду непосредственно в автомобиле. Подключу, посмотрим. Это уже будет либо отдельное видео, либо я подключу уже где-то здесь в конце видео, как я устанавливаю в автомобиль. Сейчас же у нас немножко другая цель. Мы его подключим уже непосредственно к розетке. Или же, если получится, достану Powerbank. Оставляем то, что нам нужно будет для обзора. Это же исключительно одна дашканера, блок питания и шнурок. Сейчас включаем шнурок. Так, мы тут передали флешечку, которую мы будем подключать, пробовать, тестировать с камерой. Так, секундочку, сейчас мы ее подготовим, тулим. Так, кстати, у нас что у нас по разъемам? Здесь у нас, как многие заявляют, есть отверстие выхода тепла из самой камеры. То есть это очень хорошо в плане того, когда жарко на улице, сама камера греется, то есть выходит жар, и больше шансов, что она сохранится как можно дольше. Здесь у нас по кнопочкам 4 клавиши, то есть запись, для просмотр, просмотр фотографии и настройки. В принципе, тут сама по себе камера не супер хитрая, то есть здесь вот фокус. Фокус. Кнопочка Reset, Power In, то есть питание. Здесь у нас microSD слоточек находится. Здесь мы можем сосканировать приложение уже для данной камеры. Питание у нас, как указано, говорю, может быть слышно. 5 вольт, 1 ампер есть. Все есть, ребятки. Так, сейчас попытаемся все-таки запустить это чудо техники. Так, вставляем слоточек камеры. Карточку памяти мы вставили. Где у нас тут питание света сбоку? Обычная microUSB. Стандартная, ребятки. Это this is хорошо. Так, что у нас? Оля. Нас встречает наш UI. Так, достаем нашу Xiaomi телефонку. Ну, у меня, в принципе, есть тут дашкам. Знаю вкус. Плюс дашка. Нет, тогда ты пропущу. Ой. Ага. Ну, вот. Все, мы вышли. То есть мы вот можем записывать. По идее, запись идет. Так. Он рекординг, то есть. А, тут, по идее, можно выставлять режимы, как все это работает. Так, 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 так. Дашкам. Кстати, надо зайти. А, есть менюшка. Менюшка самая простая, ребятки. Вот такая меню, то есть мы выбираем. Что у нас здесь? Сейчас идет Full HD 30 кадров. Запись микрофонов мы включаем, чтобы запись микрофона шла. Сенсора вибрации, либо биение. Потом у нас сколько минут будет запись длиться, там либо 1, 5, 10, или же так называют постоянно, то есть будет запись идти. Но лучше ставить, ребятки, там хотя бы 5 минуточек, чтобы, если что, не слишком много видео отрывков было, и не захламлять карточку памяти лишний раз. Так, стоп, еще раз. 5 кадров, дальше. Dash off — это введение, то есть если вы сошли с своей полосы, то есть вот, есть какая-то там сплошная, то есть он будет вести вас, если вы будете ходить там вправо или влево от своей полосы, вам будет камера об этом напоминать. Опять, дальше у нас идет Wi-Fi. Wi-Fi мы включаем, даже выключаем. Так, есть. Дальше у нас идет здесь вот эта вот у нас часть, это у нас microSD. То есть мы можем посмотреть то, что уже было отснято, по идее. И он что-то вам вводит. Что-то есть. Нет. Это у нас Wi-Fi включаем. Извиняюсь, минуту перешел. Девайс. Конфиг. Пойдем дальше. Ага, этот девайс мы не будем делать, там все равно это нафиг надо. Data time, не знаю. Он will display, то есть можно также включить-выключить. Power sound, off sound, исключение-выключение самого видеорегистратора идет у нас, далее звук, мы выключаем, что мы говорили, не выключается, в этой прошивке уже есть, это, кстати, международная прошивка считается, так, дальше у нас что? Driving, report on и off, не знаю, что это, не буду матюкаться и портиться, так, юкам, дашкам, так, сейчас подключаемся к нашему, надо. Итак, я зашел в обычные настройки по Wi-Fi, здесь включаю этих, юкам, дашкам, так, и мы вводим парольчик, который у нас там был указанный.
в менюхе. 1, 2, 3, 4, 5. То есть все. От 1 до 0. Ой, оно лишнее. Есть. Подтвердить. Подключение подключено. Отлично. Возвращаемся в наш Dashcam. Добавить устройство. UI Dashcam. Далее. Оно или не оно, сейчас одно проверим. Может, какой-то из других. Ага, соединение установлено. Отлично, то есть... Что? Не надо нам изменять. То есть я вот, ребятки, то, что я вот навожу, я могу видеть, что происходит. То есть вот у меня цветочки, садочки есть. То есть это все показывается. Также, ребятки, я могу сейчас эти просто налей воды. Invite. Ага. Экстренная запись через несколько секунд. Что такое? Ага, наверное, питание в пропало. Так, возвращаемся к нашему дашкаму. Здесь опять же настройки есть. Нет файлов, есть файлов. А, все, потеряли. Ну ладно. Сам факт, камера работает. Мы можем посмотреть. Даже. То есть можно посмотреть на телефоне в любой момент без всяких проблем, ребятки. Вот я вышел и здесь я опять же вернулся. Так, опять же, я могу сфотографировать в любой момент нужную мне вещь именно уже с самого телефона. То есть он может у меня стоять отдельно, телефон отдельно, я могу фотографировать, скажем так, удаленно относительно. Далее, что у нас есть? Настройки, расширение, все на русском. Чувствительность G-сенсора, штамп времени можно установить, включение ADASH, версия ПО, настройки, Wi-Fi, экран включить-выключить. Все это у нас есть, ребятки. Звук при нажатии кнопок. Можно включить, можно выключить. Это уже по желанию. В принципе, ребятки, вещь работает. Вещь реально работает. Шла, правда, долго, но рабочая. Сама ADASH камера. Сколько она без питания у меня выдержит? Там, как заявлено, 240 миллиампер. Ну, быстренько. То есть она рассчитана, что вы если сняли с питания от прикуривателя, вы могли к такому же, там, к любому другому пауэрбанку подключиться и питаться, где-то его использовать, как уже экшн-камеру, грубо говоря, если там у вас какие-то спорные ситуации полиции или же там милиции, там где вы в какой стране проживаете, там скажем так, правоохранительными органами, то есть вы можете снимать без проблем с дополнительным аккумулятором. Ссылочку на товар я оставлю в описании. От вас, ребятки, ставим по лойсу, сами об этом знаете, подписываемся на канал. С вами был я, Александр, и вы находились на канале Китай в топе.